Приветствую вас, фанаты ретро-технологий. Сегодня я хочу вам показать очень интересную лампу. Как вы видите, она имеет красный колпак. А Petromax с красным колпаком производили только, бывает только до военного производства. А эта лампа относительно новая. Она примерно 80-х годов выпуска. И причем она в идеальнейшем состоянии, точнее как, относительно идеальном состоянии. Ее ни разу не запускали. У нее есть пару дефектов. Это отсутствует трубка на быстром розжиге. И немножко пошкрябался пластик, опять же, на ручке быстрого розжига. А так эта лампа в идеальном состоянии. И при более близком рассмотрении можно сразу заметить, что лейблы плохо пропечатаны. И опять же, вместо надписи «Сделано в Германии» присутствует надпись просто «Германия». Вот. Из этого делаем вывод, что это просто-напросто подделка. Подделка хорошего качества. При использовании именно запчастей чисто реально петромаксовских, это видно по крану, по карбюратору, по манометру. Но все равно это подделка. И как я узнал с сайта немецкого коллекционера, эти лампы, серия ламп, выпускалась по заказу одной немецкой фирмы. Вот. И эти лампы сделаны в Португалии. Вот. Так что остерегайтесь подделок, если, конечно, вы не хотите специально приобретать эти подделки. А я эту лампу приобрел, понимая, что я покупаю. Вот такая интересная лампа. И я ее не буду зажигать, пусть она так и остается новой. На этом все. Надеюсь, было интересно. До новых встреч. Пока.